было небольшое волнение, естественно, без него никак. Но я был уверен в себе и поэтому отстрелялся, так сказать. Планы, естественно, идти дальше по спорту, стараться достигать высших результатов и также учиться. Век живи, век учись. Сегодня проснулась прям очень рано, все повторила, прочитала, приехала, настроила себя на то, что все будет хорошо. Когда вышла, знаете, вот есть такой термин «спортивная лихорадка», и вот меня прям как лихорадило, я вышла, и мне все еще было страшно, как-то вот такая подъем эмоций. И, наверное, минут через 5 меня отпустило, я поняла, что я защитилась, что все хорошо. Дальше, скорее всего, спортивная карьера, тренерство, может быть, работа в школе, что-то, вот, все равно связанное со спортом, но уже с преподаванием. Вышел с таким ощущением, как будто, ну все, я реально знаю, я реально умею, я к чему-то готов уже тренировать. Думаю, скоро увидите меня здесь уже не в качестве спортсмена, а в качестве тренера. На самом деле, после внутрироссийских правил, так как мы выполняем, уже перестроили программу на внутрироссийские правила, выезжая на соревнования международного уровня по фижерским правилам, нам гораздо легче, потому что мы упрощаем обратно программу, убираем элементы, которые были дополнительно вставлены, и в этом плюс. Если вы реализуете все то, что получили и в спорте, и в стенах этого учреждения, и дальше пройдете в университеты, будете совершенствоваться и дальше, тогда, скорее всего, вы будете успешны в своей профессии и в жизни. Поэтому вам успеха. Двигайтесь, не останавливаясь. Вперед. Я очень рад, что у нас такие выпускники. Мне было очень интересно слушать их работы. Действительно, они провели большую очень работу. Они в теме. Нас стало больше в области физической культуры и спорта специалистов. И мы будем точно ими гордиться. Они уже имеют образование, могут работать преподавателями, тренерами. Если, конечно, кто-то захочет вернуться и продолжить свою уже практическую деятельность, мы всегда рады их здесь видеть, и они, конечно, будут рассматриваться в приоритете в первую очередь на вакантные должности.